Так, уважаемые друзья, это Москва, впереди Лубянка, здание ФСБ, КГБ, бывшее. И здесь перед нами, вот видите, одна ракета, впереди вторая, два автомобиля, сарматмобиля точнее. Вот едем возле Лубянской площади, вот она, вот впереди Китай-город. Здесь вот станция метро Лубянка. Впереди, я думаю, все знают, кто едет. Равиль на, значит, своем сарматмобиле. Два флага, флаг Победы, нодовский флаг. И тут здесь вот эта ракета, это у нас Федотов Андрей, который приехал из Севастополя, города-героя. Да. Ну, расскажи в трех словах, как поездка, что вот, ну, дороги происходило, народ, который смотрит, поддерживает, не поддерживает, что говорят. Да, здравствуйте, я Андрей Федотов из Севастополя, я приехал сюда на своем сарматмобиль Севастополь, в котором я по центру города Севастополя уже изъездил раз, наверное, 20 и всех замучил своей музыкой. Я приехал сюда в Москву для того, чтобы поддержать наше движение в борьбе за остальные государственные суверенитеты и в борьбе за поддержку нашего президента и поддержку решения по отмене участия России в договоре стратегическом ядерном вооружении, который он 21 февраля провозгласил. Вот. А сарматмобили, они, мы их создали для того, чтобы продвигать повестку вежливого ядерного сдерживания. То есть установки полетных заданий в РВСН, Сармат в частности. Вот. И мы сейчас ездим на этих наших сарматмобилях по центру Москвы и общественное мнение формируем фактически. То есть мы народ информируем, то, что наши ракеты сейчас находятся без полетных заданий с 1994 года по решению Ельцина. И мы добиваемся их восстановления и публичного объявления. А я, Андрей Федотов, приехал из Севастополя на этом сарматмобиле Севастополь. Дорога была сложная, потому что первую половину дороги шел непрерывный дождь, вот был туман, работали дворники постоянно. Вот. Ну, машина себя показала хорошо, без технических поломок. Вот. Единственное, что дорога очень протяженная, тяжело, устало сказывалась. Люди окружающие, в принципе, благосклонно воспринимали, с одобрением смотрели, читали надписи, пальцы показывали, что мы поддерживаем сугубо отрицательных реакций я не увидел, к счастью, отрицание этой идеи. В общем, таким образом, я сегодня в Москве езжу на своем сарматмобиле Севастополь по центру города. Я очень горжусь, что мой вклад в стратегическое ядерное сдерживание, он уже есть, он виден, он реален, его можно руками пощупать, в нем можно поездить. И я очень горжусь, что я поддерживаю нашего уважаемого Равиля, который эту идею инициировал, сарматстроение. Да, так что, конечно, трафик очень напряженный в Москве, но я ориентируюсь до сих пор, в принципе, без особых проблем. Машина ведет себя, ну, приемлемо, предсказуемо. И сейчас мы будем искать себе место для парковки. С этим проблема, конечно. Ну, в общем, ну, в Москве, да, всегда проблема с парковкой. В общем, надо, конечно, идею сарматмобиля продвигать дальше. А вот же есть. Не, мы сейчас развернемся обратно. Все, вот машина, мы сейчас забираем и все вчетвером едем. А, все, понял. Дальше за подъездом. Хорошо, да. Вот, у тебя эфир идет, да? Да. Ты здесь будешь? Да. Ну все, тогда к нему сразу. В общем, уважаемые зрители, необходимо эту идею сарматмобиля продвигать обязательно. Делать наклейки на свои автомобили. Делать макеты,
и участвовать в сарматмобилизме. Так вот, ну, что президент говорил, что без поддержки народа работать невозможно. Вот мы этим самым помогаем. Спасибо нашим лидерам национального событийного движения из Москвы, которые нас постоянно вдохновляют, дают пример, и мы стараемся им подражать в лучших чертах. Вот, так что сейчас мы продолжаем нашу акцию. Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин, да.